У тебя хороший спам. Ты на месте думаешь? Я думаю на месте. Ну да. Или налево? Давай ко мне, что ты сало. Ну ты посередине карты. Ко мне плыви, все равно. Ты посередине карты, я могу в любую сторону поплыву, я к тебе приплыву. Давай ко мне, направо плыви, направо. Ну ближе реально направо, не? Ну да. Ты ровно посередине карты просто. Сандра? Сандра? Что? Скип. Ча, подожди, доиграй кошель. Ну, что быстро все будет. Все, погнали. Че камера? Лол, постригус. Рыбы нет. Не повезло. Че думаешь делать? Не знаю, ремап хочешь? Нет. Идеальный спаун, идеальный. Ха-ха-ха. Дачи. Че, я тут селюсь? Ну да, а чё нет? Деньги надо сохранить. Ты на скаутах убил просто. Сохраняем на дубину, тебя сохраняем. В луков или барак, как думаешь? Луков, думаю, чтобы тебя не просто его убить. Угу. Могу на овцу еще походить. Не просто спал. Кинь деньги плюс. Кидаю. Никто тебе не выкидал. Банан куплю, не? Два. Ладно, лица. Подожди, 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 ну-ка. Ну хз, можешь. У меня и рост, и посел строится, но ход меньше. Окей, окей. У меня нанес есть? Нет. Там чудо, у тебя у дубины чудо. Где? Бей, бля, Везувий. Да, это Везувий, это Везувий. Это его Везувий. Бля, не хочу его потерять. Почему? У меня мусорка, я не знаю, что делать. Что думаешь? У меня мусорка какая. Подселять его, я могу упороть его очень жестко. Смысл упарывать? Реально думаешь потерять? Хай, да. Русский плюс 7 полный. Вот восстановится у меня.
Почему, почему нет скаута? Почему нет 20 военки? Почему 20 военки уже 7 ходов? Алло? Хз, хз. Хз. Че думаешь? Я думаю, играть надо. Почему 20 военки, ну 10 ходов уже? Хз. Я послал за рынки буквы. Че, рискуем, играем? Да. Можем вдвоем убить, не? Убить потом, типа, на мамку. Тебе нужно обязательно, обязательно открыть коней. Четыре хода. Окей. Я обработать их как можно сможешь. Как только сможешь. Как обработать? Это же сложно. Ты прям в стольный Везувий, прикинь. А че ты ко мне ведет? Че так долго? Стой. Нужно будет дубину, наверное, купить. Окей. Окей. Может, они ремонт. Так, восьмой ход? А, вот это. Никто легче не стоит в руки. Не голосуй. Нам не нужен ремап? Нет. Нет? Ладно, пошли. Нет. Блять. Беспаун какой-то или что-то? Кого? Русского. ХЗ где, где он, кстати? Я же ХЗ. 60 военки. Он еще одного кичета купит. Так он вообще купит еще, у него будет 80. Да. А тебе даже дубины не хватает. Ты после строишь? Да. Надо будет тебя строить этих сейчас. Ты понял, лук. Я крафтман, 6 ходов. Угу. У тебя культурка классно. Да. Я хз, куда второй город поставить? Я хз, тоже хз, куда я второй город. Ты можешь агрессивно сыграть? Нет, тут агрессивно нельзя. Мы потом блин, у нас коней посидеть. Очень мало. У меня ноль коней. У меня ноль коней. Есть конь? Где? Первый, второй радиус. Бля. А вы прикинь первым. Не, гипс это классно. Че, как думаешь, мне дубину строить или слингера? Слингера построю. Ладно. Ой, меня спаси, сверху на эхиду, все. Деньги возьмут? О, знаешь, куда поставь твой город? На нижний гипсон. Что, ошибка, ошибка? На 1-2 или 1-3? 1-2-1. Ладно. А у тебя получится еще стоит? Я могу дубину вниз повести. На голову. Ведет кичеты все ко мне в сторону, но мы все ходов выпили. Мирели купол. Ай. Блин. Может мне лодку построить? Я хз, казак, не сдохну. Один ход в слингер, но ему некуда вставать. Наверх, не? Я могу дубину на овцу поставить. У тебя карта есть на лодку-то? Нет. Дубина на овцу, я хз. Блин, там до хера идет, там три идет. Ты сможешь что-то? Ладно, просто тут город поставь.
Ладно, я дубину просто строю вместо смотря. Я его чуть подобосал. Да все норм тебе. Боссон. Так, не пошел туда ставить? Что там взял Ивергадес, да? Все, на лиса тогда возьму. Да, ривер. Лиса беру. Выбора нету. Я вообще не знаю, где он до сих пор. Я тоже не знаю, вирус. 100 военки. Он посел не строит, по-любому. Да, да, он не строит, он еще даже не заскаутил. Да, да, но он мне ничего не сделает, он мне не заберет с лица. Точно? Точно. У меня два хода дубина. Хотя, не точно, на самом деле. Займи две клетки просто. Ну, два хода дубина. А ты ведь красный есть уже? Нет. Кто? Что, как займет клетку шип, типа? Там еще это, смотри. Я нашел русского. Наксот. Бля, пиздец, у тебя хреново. Похер. Нормально. Тебе буду убивать, я думаю. Блин, а у меня дубина выходит? Мне её в городе оставлять или что? В городе не. Тебе надо лодку сделать, блин, я не знаю. Нужно по фасту. Не сохните, пожалуйста. Я вот думаю, мне дубину выводить. Там типа река, там похер, там река, не? Они могут суицидиться, я не знаю, короче. Суицидиться. Вот стахилиться, почти целиком. Не выводи. Лодку строй. Тихо. Это вообще all-in. Если я понял, посрут, я понял. То мы выиграли. Все, строй лодку, пофиг. Хочешь они 4 купить? Два хода станет? Сейчас я посчитаю. Там 32 промки надо. Не станет. Хотя, ладно, го попробую. Купай. 3 хода. Блин, он может и в панга заехать так. Бля, лодку строю, там дубину. Лучше лодочки, как строю лодку. Выходи. Да, он меня панга заберет. Минус город. Реально заберет? Да, посмотрю, что там сделать. Блять, надо было покупать клетку. Но столицу не заберет. Ну классно. Ты монетку возьмешь? Да. Тебе надо жить, казак. Окей. Столицу меня не заберут. Надеюсь. Нет, столицу 100% никак. Но панга 100% забирает. Да вижу, ты искал тут рез. Слушай.
Так не сохранить будет очень хреново. Нет, если он сохранить будет хорошо. Ну, хотя лодка соберешь. Потом. 10 коней выпало. Они убегают. Они убегают? Ну, Россия убежала с кого-то. Прям мужика надо купить прямо сейчас. Нет. Да. А, да. А кто его после пошел? Налево на скот. Он сохранил. Нет. Да. Да, точно? Да. Минус 9, минус 5, 9, 5, видишь? Ну, окей. Русский близко у меня, кстати. Надо вести до тебя одну лодку просто. Все норм, Сан, все норм. Я заберу панель. Все под контролем, успокойся, окей? Ладно. Мне следующим ходом надо будет... Хотя нет, ничего нет. Возьми монетку, выиграй игру. Форжу бро, да? Давай. Или инишиэйшн на две дубины. Блин, я не знаю. Инишиэйшн тоже классно будет. Но там скаутами больше трус. Брай сам. Форжак лучше, у тебя лодки чему-то. Ну, инишиэйшн типа дубину сразу. Можешь сразу его дубину заплачить. Я форжу, я буду очень много классиков строить. Где она, блин? Все, панга забрал. Давай. Мне кажется, он будет попробовать обратно забрать, короче. Страты, обработай, страты. Ладно, обработаю. Два хода пошел, потом делаю сразу вилдера. Он на воду поставил. Казак. Окей. Ты удочку мне ударил, не? Этим ходом нет. Харолин? Нет, я убью Акичита ему этим ходом. Я могу пойти на овцу, типа. Не, я лучше на овцу пойду и следующим ходом заберу Акичиту. Русская, блин, священка, наверное, на конях стоит. Мужик. Мне надо в век выйти как-то. Два очка надо. Тебе надо будет эскейпить потом одного после надела. Сука, блядь. Не ударился, чего?
Бля, как мы захоролили, видишь? Не, нормально, все нормально. У меня луки по одному ходу строятся, что ли? Ладно. Ой, пожалуйста. Все нормально. Дело билдер, что обработка нити. Два очка. У тебя 10 хитов еще есть. Меня скаута смыло, понимаю, бля. Хочешь обратно забирать сразу. Ты, короче, в конце хода забери шифтани потом наружу. И дубинами, дубинами вперед, лучников вперед, типа. Тика, не забусти газа, прям забусти тех у коней. Да. Ладно. Можно брать, бля, уже. Я ему убил всех юнитов. У меня лодка прокачана. Не жду вину купить, казаку очень надо. Окей. Я век вышел. Спайсом пойдешь? Да, наверх тут. У меня две клетки, вот ты можешь попробовать. Да, да. Я прокачан на лодку. Можешь ранним перезапустить? Три хода. Кайф. Все, конец работал. Владимир потеряет. Чудо, ни хрена. Строй пришел. Реально? Лол, бля. Тебе для века нужно чудо? Нет. Окей. Бля, как хреново. Все офигенно, не? Он еще не раз взял казак. Окей. У меня луки, у меня промки больше. Просто остроты нужны. Я коней обработал уже. У меня нет коней больше. Понял. Thank you.
Или хоровую, блядь, или фидеворлд, что думаешь, думаю, фидеворлд. Хоровую, хоровую, то есть хоровую, да. Тебе надо будет железо шивать. У меня пока бронза, 4 хода для коней. Фу, не бронза, а коней. 4 хода. Okay. У меня даже лодки еще не так и так. Да, город 10. Он начнется сламность двумя. Да. Блин, он хочет лодку рубить. Давай. Тебя русский подселил. Может, не надо поселять чудо? Может, не надо чудо? У тебя огнями будет. Я не буду чудо, я поставлю туда же. Ладно. Я поставлю туда, куда поставил. Я в два города, наверное, буду. У тебя надо еще эскейп поселить, алло. Да, да, я сделаю. У тебя пошли с эскейпом. Тебе брузин точно не нужна прямо сейчас? Да, не надо брузин? Мне нужны кони сначала. Он просирает город, если лодки не будет. А, у него тихий на срубку нету, у него тихий на срубку нету. А, да, реально. Эпик фейл. Я могу луком походить на вод, на 1-2. Давай. Мне кажется, он будет таки читом в конце хода отходить. Может быть. Конечно, он строит, но я не знаю, там есть карта или нет, потому что я красным еще пошел. Ты. Русский в конях. Когда конь? Уже в конях прямо? Да. У меня кони 2 хода и 20 будет. Но все равно ничего не сделает города. Если ты берешь город, мы выиграли, я думаю. Ты же на него бьёшься? Чего? Ты хреново бьёшься? Не, ну. Ладно. 27 на 30. Не бей тогда, он тебя убьет. А за чё плошали? Да. Я буду форсмывать, думаю. Другой форсмыв. Вот так вот бьется. Че, бить, как думаешь? Как? Он тебя может туда, он тебя может ударить просто обратно. Бей. Он тебя убьет верхнюю лодку. Нет, не-не-не. Он не убьет, если будет обратно. Не бейся, да. Забей, он так ралится, не бейся просто. Просто выживи, казак, просто выживи. Да я выживу, Сандрус. Ладно. О, Сандро, он обосрался. Как? Он вывел лодку. Лул.
Я осаду следующий ход дам. А, нет, не дам. Мне кажется, у нее просто лодка на Эксона выходит. Ты ударился уже? Нет. Прошлым ходом. Ты прошлым ходом бил? Прошлым ходом ударился, да. Сколько еще бьешь? Сколько еще бьешь? 20. Сколько там? 18 города. А у тебя лодка сколько? 25. Ну что, полюбовый лодка уходит? Нет. Нет, нет. Еще мало промки. У них фул коней, казак. 25-21. Он из города ударился лодкой. Биной. Сейчас на заклике. Сделка со мной. У меня минус. Плохо. А как мне деньги поднять? Рыба. Сейчас на заклике. Сука. Посмотри, сколько там хп. У тебя лодка же еще одна есть. На ластмовых. Одно хп. Сможешь одну хпшную забрать? Ты кликаешь его? Да. А сколько у моей той лодки хп? Два. Не получилось. Надо забирать. Можешь на авир походить, забайтить, знаешь, типа? Традицию забустишь? Традицию? Давай, могу. Давай. Ну, скоро надо? Да, нет? За три ждут. Да. Забей у него еще. Та, это какая? Ну хп. Он захоролил, так сказать. Блин, если он идет, то я заберу город, если он идет. Ладно. Нет, он не идет. Хотя у меня есть план. У меня есть план, Сандра. Давай. Гениально. Три монеты возьму. Бери. Три одного коня строят, все забей. Нет, нет. Сейчас, у меня есть идея. Знаешь какая? Смотри, ладно.
Когда у тебя тех милитари традиция сама? Я сначала политическую иду, не? Ну да, ну в сумме когда? После политической. Три хода политическая, два хода милитари, может один станет. Он вышел. Их подбил на команду. У тебя сколько было, да? Нифига, 6. Мне главное выйти в этих импостеров, и все будет нормально. Мельков. Он еще коня строит. Да. Все, забей, уходи, эскейп и уходи просто. Забей. Мне надо что-то в игре сделать. Ты дефаешься? Нет, фигня. Здесь один. Ты забустил. Я забустил. Бронзу сможешь забрать? Три хода. Конь выходит? Два хода. Владимир смола, Владимир смола. Добрый день.
Блин, мне нужно... У меня рыбы нету вообще нигде. Можно это сделать? Я скейп сделать. Прям сейчас уже? Уже, да. Почему? Опасно. Нет. Есть еще пару ходов. Нормально. Мне нужно третий раз рыбу купить. Да хреново. У меня 16 ход только. Он ко мне пришел, он ход? Ко мне побежал, 16. Хорош. Он ко мне побежал, а конем, блядь, что делать? Дефта надо. Конечно, все на меня срубит просто. Исход бронза. Да, тогда. Я хочу гавань просто построить. Думаешь, гавань? Тебя русский убьет, я думаю, не? Вообще. Как? Я 18. Не знаю. Я поставлю, смотри. Ты можешь один город супер вправо отвезти? Да, могу. У нас деньги будут. Могу. Окей. Все, супер вправо на море. Да, Я посилок тебе туда. Ладно. Отправлю. Опа. Еще два коня заложили мне. Блин, мне нужна последняя клетка с нами на ППшку. Хорошая. Бери, бери. Это купится. Все. Второй посел. Скип. Русская 8 ход. Лопаты минус. Лопаты даже не вышел вверхи еще, прикинь. Лошара. Могу пробить. У нас коней очень мало, казак, не надо будет тоже сейчас. Окей. У тебя нет вообще коней? Так, ну посмотри. Вообще. Ладно. Короче, не знаю, как ты дефайся. Да я за дефайс... Сандра, блин, отстань. Задолбал мне. О, не надо покупать клетку. Кайф. Классно. Можешь брать деньги. Можешь уже посел отправить? Супер вправо. Отправлю сейчас. Ни хрена ты место Вася с город жесткий. У меня стритов вообще нет, ни железа, ни коней. У меня один конь только. Железо. Железо вообще в третьем радиусе, бля. Жит. Тебе надо его обработать. Я обработаю. Веков. Сука, подожди. А где у меня чего конь не строится?
Александр, можно спеть? Пожалуйста, как Бесусов. Ладно. Ну чудо, оказывается, было тут все время. Круто. Игры развлечения больше. Uh-huh. Пойдем ход. Uh-huh. Железо. Почему нету железа? Метлу можно не полить. Блин, статуя русского хорош. Внутри друга. Сандра, посила вправо, пожалуйста. Сейчас покупаю, бля, покупаю, на. Железо надо очень кусок что делать, он не то. Я надеюсь, что я приплыву к железу. Так, Казак, давай не буду очень далеко ставить, давай в ГГшку потратить. Там ГГшка, видишь? Там нет, ГГшка. На море. Да смысл меня трейдиться, у меня, я коммерцию никогда в жизни не поставлю. Просто трейдись в ГГшку, видишь ГГшка там. В ГГшку будет карман по 3 голды. Так у меня, понимаешь, у меня тоже уже... Нет, если там на море, просто на море город поставить. Долго туда, бля, даже не вижу моря. Надо, для денег.
слева. Я вижу. Звоночник видишь. Чё, как вы засусят тут? Что? Ещё как засусят тут конями. Я для тебя максимально денег сделал, Саня. Ладно. Ты тащи. И сам не сдохну. Его метлу надо убить, меня мечу думаешь. Чем говорить хочешь, убей. Попытаюсь жене его засюзить. Ты сможешь прям сюда посел притащить? Куда? Ну вон где берег. Ну тащу. У тебя кони есть лишнее? Нет, очень 10. Больше нету. Очень надо тебе? Нет. Я хочу срубить этого просто. Окей, руки. У меня железа вообще нету, прикинь. Одно типа. Ты в жопе. Забей, можешь не ставить горку. Ладно. Они тут такие хрень делают. Просто. Подсветили. И хуже железо, блядь. Коня есть? Сколько? Блин, мне нужны кони. Прям очень? Ну, следующего коня мне надо построить. Ладно. Карту еще на гена поставь, если хочешь. Я поставлю. Че буду рубить гена? Оставайся с симба, конечно, да. Тебя носили скоро? Ну... А когда буст?
5. Она у меня будет. Классно. А нужно их по деньгам обогнать. Можно газаргаму засесть потом в лыте. Газаргаму засесил. Понял. Так и не сонок сейчас. Бля, сейчас сдохну. Реально? У меня нету коней, 7 зайдет какую-то хренью. Так что все норм. Хотя там 360 лайки укрыл. Да, брат, я люблю. Владимир, 5 вход. 3-3 вход. Блин, они могут карваниться теперь. Тебе деньги нужны сама? Нет. Окей. Ну тогда потрачу. Ладно. Свои. 12 входов у меня. Угу. 6 входов вам люки, но я хочу с ними. 3 хода союза, 3 хода союза. Железо скини, если есть у тебя. Нету железа, мне 0, в этом проблема. Очень ладно. Сильная проблема. Третий радиус? Так купи третий радиус. Я сейчас обработаю, поставлю. Ну все, окей. Бешеный заражит просто каким-то говном, и я сдохну. Крит 23 минут. Я уж когда не буду ставить. Городов, думаешь? Думаешь еще? Очень опасно, думаю, тут. Ну, век еще. Восемь ходов в Суису. Походу. Ах, обойду строит русский. Я знаю. И колизей, и колизей. Колизей точно стоит?
Да. Ладно. Это развлекалка. У них вообще денег не должно быть. Да. Он лопата вообще... будет делать. Один ход у него. Бля, рубить прямо у священки? Лес, что думаешь? Надо. Ну, если надо, руби. То 4 на 4 священка. Пофиг. Не, не буду, не буду. Буду вот это сравнивать. На 335 фейнки. Если он срубит сейчас все, я сдохну просто. У него нормальный тагвенк у меня стоит. Ладно, понял, понял. А, у тебя да. Как думаешь, он пойдет в кровавый на кри? Кровелла нет. Почему? У меня бойца ло. Его убьют опять. Пойдешь в него или в русского? Я в него. Ну, я союзник сход. Можешь фиона сейчас открывать, потому что у меня не будет сюда. Я буду. Пакет забрать, как думаешь, прямо сейчас? Да. Миссия надо купить, типа. Сделка. Апостола, покупай апостола. Апостола, конечно. Давай. Давно пора. У тебя если храмы стоят, то... Я знаю, я знаю, я обосрался немножко. Ну ладно, два хода я обосрался, пофиг. Все, я больше деньги вообще... Бля, он на хаботе этим ходом достроил и пакет забрал, сука! Не мог в прошлом ходу... Крестовый. Ходом... Крестовый. Листовый. Я на ваты возьму, я на ваты. Или на культурку взять, что думаешь? На культурку. На довольство. Ну мы шланг. Да. Можешь на бой собрать? Можешь фаты? Точно. Очень поверь важно. Мне, ты пожалеешь. Ладно, удовольствие. Если хочешь еще города ставить, тут справа от митла имбас. Я вижу. Спайса. Нет, не вижу. Эксот союз у меня. А? Эксот? Ага. Да. На ходу мифио. Очень мало железа будет. Сколько будет, столько будет, что у нас выбора нет. Сейчас обустанешь? Да, ходу. Кайф. Блядь. Кинешь двойник в начале хода? Ты давай. Окей. Окей. Блять. Выбор сложный. Какой? Посила или дофига сохранить?
Там русский город поставил. Почло, почло. У тебя есть время будет, на билдера будет время. Ладно. Так, почло. Че, прям подселить его и железо еще одному? Да, давай. Стоп, а где? А, вижу. Снизу видишь железо? По-любому надо. Нужно еще на грамм убить. Я могу еще на того заплыть ему. Давай, на того. На русского, лучше на русского. Денег вообще не будет. У меня 22 вход. Хотя денег вообще не будет. 8 ходов в день. Фио, один ход. Одного надо будет для ракапа. Ты на наемнике нашел, чтобы этот карточка была на минус. Все, ты. Угу. В колизине строишь, что ли? Арена вон. Арена вон. В колизине. Сука! Что? Я мамлюк забустился, я тебе мамлюк строить. Так отдай мне железо. Так я знаю, я забыл, что Фио мамлюка бустит. Убирай. Да. Уже строится, бля. Потому я сказал, сука. У меня, кстати, конь появился. У них много? У них 100 человек. Иваника никогда не будет просто, это очень супер. Походу, на наемнике. Да, ну тогда арбалетами пушить, типа, понял? Пушить, не надо никого пушить? Денег не будет, вообще не будет, у меня минус будет. Сделай, я сделаю деньги, у меня уже 30 вход. Ладно. Железо обработаешь? Негде, вообще. Забирай железо мне. А квитоки забустишь? Вообще. Думаю. Квитоки? Могу, да. После этого, после зацепилок. Иду сразу. Квитоки. Если что, надо забирать, опускать? На библу не был? Нет. Забери. Если что, срубишь. Так. Опасно. Ну-ка, забираю, раз, два, три.
А математика буст. Коллизион пробил. Когда билдеров будешь покупать? Уже. Помнишь? Казак, говорил... Бесусов, я тебя прошу, Бесусов, ну очень серьезно. Еще два майза срублю и дофига тебя срублю. Ты понял, да? Моих. Аген. Ген есть уже. Лопата по-любому бег не выйдет. Я его на то тоже подпушу. Давай. Да. Да, там нету гроуфа, лол. Фига я срубил. Доходом анархия. Кайф. Как раз потом анархия отмечу. Гавань или коммерция, что думаешь? Гавань или коммерция? Да. Давай коммерцию. Хотя, вот. Ну да, коммерция, ты все равно карту не будешь ставить. У тебя денег много? 32 будет больше. Короче, Сандра, в минус мы не уйдем. Понимаешь? Да. Кому с молотом? Не мне. Блять! Что? Железо бери. Шаки не жду. Давай. Так все одно железо. Да. Так фейл у меня тут. Мой импостер момент. У тебя хиль, не будет хильц мой. Да посрать, я еще даже не вышел у них. Okay. Я вышел, они типа не делают. Ну что, монархи? Почему гранату рано ему ставит? Он куда смотри, город поставил, он сейчас сдохнет. Видишь, куда он поставил город? Да. Заберешь город, будешь оттуда юнитов покупать. Идеально. Еще не сделал хрень-то. На покупку. Стоп, а у нас нет железа, тебе эти апнуть. Что апнуть? Коляски. Блять. У меня с картой там два железа стоит. Слышишь? Пять. Два, с картой. Точно? Это уникалка. А, точно, мумляки, все. Мумляки. Тихо, казак, без сусов. Мумляки уникальные, я забыл. Да. Мне минус пошел уже. Окей. Можешь мне вход взять, если хочешь? Не-не-не, нормально. Еще два майза буду рубить. Все, апнуть. У тебя окно, он без веника. Я знаю. Ка, давай без сусов, казак, тихо.
Давай голду. Сука! Железный голду дай. Сейчас, я кину. Кидай. Век бахал. Я вышел. Веника, не тащил, пробью их жестко. Давай. Бля, фига, талисман. Попробуй забежать. Тихо, Иисусов. Да блин, я не Иисусов, алло. Давай железо еще. У меня ноль желез. Бля, ладно. Денег, сколько у нас вот? 50. У Владимира 13. У Криш 16. Сука, бля, он закликал. Я попрошу Владимирович. Давай, давай. Next ген. Он опнул рыцаря. Хотя я пушу, я пушу. Давай, давай. 300 верочек купить. 300 вер, можешь еще посел купить? Я не купил. Последний ход. Не знаю, купил. На сходи, дипка, прикинешь? Не успеем, но все равно норм. Ладно. А, да, да, все нормально. Я прикину. У нас больше намного. Окей. Криню выше. Классно. Хорошо. Железо еще обработаю. Набраж беру. Что пропустил? Что разыграют? Ну что, дико перекинешь? Да, так все у нас все нормально, идеально. Ладно. Где тот текст, который ты обычно кидаешь? Дико. Это в другом канале. Прикинь. Сейчас я прикину. Мы выиграем, мы выиграем. Они что-то пага вообще не построили. Тебя чем говорите прибьет? Я знаю. Давай в конце хода. Да не метлу прибьет. Посрать. Коза такое. Сколько у тебя вера в ход? 200 почти, а нет, 100.
успел закинуть. Так. Минус карта монарх. Минус один олигархия. Да. Ладно, давай, давай. Два голоса. Давай. Давай забаним. Война. Чингу это забанил, может? Да, или забаним войны. Война, окей. Дипка. В минус русский, минус русский. Окей. Давай, что за фокусом, что думаешь? Го 3-3-3, я ладно. Думаю. Могу еще 4, я могу 4, по 5 закинуть могу, 2. Я по 4 могу одни. В дипку, наверное. Давай, дипка. Не, давай ГГшки, ГГшки. Бля, стенка, я все забыл. Все, кайф. Он не будет метлу перебивать. Я понял. За пульту по-быстрому следить. Тебе нужны деньги? Да. Сколько? Блин, все. 80. Пятьсот. Бля. Чё? Он пробил сверху. Забитым выходом. С ходу заезжаю к русскому. Давай. Дохода книжка. Кайф. Это будет он за руль. Чуденький. А там чё, ну не было, изи. Сейчас классно, чё на то. Я сожгу город русского. Угу. Классно. Очень круто. Я апну двух юнит. Да. Зелк. Бери. Думаешь, у него есть за срубить стенку? Наверное. А, у него же винобраш, у него ничего нет. Ну, а готовый билдер, типа. Думаю. Это же у него. Thank you.
срубил стену. Реально? Я пошел пилоджить. Ладно. Можем утром купить? Давай. Че, я хочу апнуть одного. Не можешь этим ходом мои срубить? Подожди. Крепящен мою религию, да, нет? Нет. Ладно. Мои срубить не могу. У меня 7 ход, казак, я вообще, типа, тут понял, да? Я по крабу. Мне бы еще катапульту срубить. Классный сет, ты, казак, если что. У меня? Меня. Да, у тебя, да. Я сильно запил джурско. Ладно. Покупать Сич Тауэр, как думаешь? Не-не-не. Хотя, okay. Покупай. Пофиг, насрать вообще. Покупай. Okay. У него стоит уже этот хрень? В пушке. Он в пушку не видит. Нет. Но не покупать он. Сейчас крылья начнут падать, короче. Кайф. Все, покупка веру через 2 хода. Нексот, покупка веру. Казак, люксы есть лишние? Нет. Ладно. На минус, казак, можешь дать деньги? Да. Сейчас купил? Вообще ничего. Ладно, все, давай. Не нужны. Красава, давай! Так он обосрался, он что будет столько строить там. Давай, казак. Еще чингу я тебя зажму сейчас, если сама не сядет. Тип район. Да, я попробую построить. Блять, нет, не успел. А у мит лажал, Сможешь сжать его? Нет, у меня посла нет. Начинай покупать ребушеты. Кайф.
если надо, можешь вход брать. Нет. Хотя нет, у меня минус. Я ему этот город заберу. Угу. Шпион на рубль дал. Хотя... Я поставлю. Очень классно. Сколько Владимира? 23. Скажу. А лопат? Не знаю. Лопаты минус. Реально? Да. Изи. Ну-ка, поднимаю. Карасов. Экономику? Да, экономику просто. Возьму религию на что-нибудь. На спасение говорит. У нас город. Реально? Да. Лол. Красава. Чё он делает? Хера себе ГГшка пуска. Хотя, пипец, 62. Может нет? Ну, спрашивать. Я арбалетом проводил. Блин, то суицидится в город? Да, 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 тебе надо забрать его. Окей, заберу. Пять минусами надо. Трейдер пилочу. Смотри, есть статы косак, я такой был. Дефендер беру. Сандра, ты такой рейсист. Казак без суса, я же сказал. Thank you.
Железо есть? Да, фул. Надо? Я опнусь от этого рыцаря. Давай. У меня очень много золота. А, спасибо. Я его дофига поставил застроить, построил. Он его дофига убить построил, короче. Ты его убить должен. Да. Нет, не этого, я прав. Окей. Блин, ну я реально всю армию тогда потираю, если я убью город. Думаешь? Надо, я думаю, надо убивать, не? Надо? Надо. Думаю, да, не? Думаю, да. Дадим супер релл просто. Ну вообще минус пойдет, я ему трейдеров так и буду. Дим, минус, да, Владимир минус. Не, я не смогу город забрать, я отступаю. Ладно. Хочешь закликать, типа? Если сусишь всех. Я просто не хочу всю армию терять. Ладно. Бля, у меня посла нет. Меня отбили чему-нибудь. Сколько железа есть? Подожди. 25. 25, я потрачу все железо, окей? Okay? Ладно. Подожди, мне не нужно, мне надо немножко покупать рыцарей. Забираю, что осталось. Блин. А, у меня забей, у меня фул был, забей, у меня перелив, у меня перелив был. Окей. Чё? Он не остакал. Я это говно сохранил, ну ладно. Я ему заберу эту город. У меня минус, кинь. Бери, чекин.
Так, что стало? Ладно. У меня 90 вход. Реально? Да. Так это иди, все как. Да ладно. Железа много? 25, не 14. Окей. Чё не сказал? Шпион вышел. Ты курс забрал ему, да? Нет. Ладно. Если хочешь, могу дать осаду виска, Акси. Не-не. Я... Пофиг. Если у меня бомбарды нападут на эту хрень. А ты про верхний город? Давай, если хочешь, дай сон. Так, все. Там шелпа, ты есть эскейп? Вот. А, там крусейд, он обузит крусейд. Прикинь, у него крусейд работает, типа, на своей... На чужой территории, типа, думает. Обузеру. Железо сколько есть? 9. Хочешь? Next slot. Грядом сразу. Когда кросс? Два. Среди. Союз пришел, что ли? Союз пошел. Кидаю, я кидаю. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Все. Я да.
секса. Че? Бля, я в нормальный выстрел. У меня в этом шпион сел, Владимир. У меня плюс 3, плюс 4 еще должно быть сейчас. Да, у меня плюс 6, 7 на Владимир. Еще Кри обратился, у меня плюс 7 на Кри. Наверное. Да, да, плюс 7 на Кри. Плюс 4, то есть плюс 4. Шпион сидит. Блин, тяжело будет против Крестового. Когда Крас у меня этим? Что? Этим, да. Крас. Этим. Не хочу апать пока. Где апать? Ап. 90? У меня карты, у меня карты не Это хуйня разрисла все. Владимира минус вход. Ок. Лопа. Сколько? Лопата 12 вход. Можешь попилотить мой трейдера? Кому? Вон на укри трейдер. Не могу никому. Окей. Сейчас попытаюсь осаду дать. Сто десять вход. Класс. Дам осаду Гордона мой. Он туда походил. Дай железо. Сделал кукину. Железно? Ну, у меня две штуки. Так, три очка. Лодка, лодка. О, ты деньги, не будешь деньги, город забирать, деньги, да? И серу. Да, есть сера? Нет.
Я сюда по всякий раз. Убери суслика своего, убери суслика коня. Я хочу попиложить. Бля, мешают. Как? Он никак не мешает. Я могу там стать рыцарем, еще один. Видишь, типа? Но он умрет, когда, да? У него город есть? Эскейп. Нет. Дожились, дожились. Все, изи. Хорош. 110 ход, Сандр. Классно, классно. Очень круто. Стащили. Я посылался с Чугу эти. Чего обсуждать? Не, лень, пошли раст. Не, я не пойду в раст. Почему? Завтрак за. Это как-то импостерский концерт. Раст. Без раста. Нет. Раст. Пожалуйста. Го патрулим их. Патрулим? Го-го. Блин, ребята, а священка это имба, да, священка, да, я слышал? Да, имба, Сандра, ты не знал? Священку ставить. Экономика сначала, потом производство. У меня в одном городе одну священку смыло 4 раза. Потом ты построил унитаз или это в другом? Я потом построил унитаз, когда мне смыло уже 4-й раз, я понял, что это знак. Потом она еще раз смыла. Хватит это терпеть, сказал Владимир, да? Ребята, очень слабо спаунами. У тебя спайсы, конечно, и все ГГшки за тобой, потому что у нас ни одной ГГшки. Не знаю, Сандра, у тебя крепкий спаун. Не, у Сандра вообще имба спаун. Да, особенно город на пойме, который в 5 тонки, да? Самый был. Не, ну хлеб такой себе, конечно, да. 8. Ты мог его не ставить? Ну, не, ну как бы у вас просто, я жду, у вас Сандра слишком близко к нам заспамился. Мы думали, он вообще на другом конце карты, как оно, по идее, должно быть, чтобы было равномерно, да? А чё вы не ремапнули? Ну, в смысле, мы видим Маори в упор, мы можем его запороть. Хз, Маори мог лодку построить, просто вы бы обосрали. Да, а почему он не построил лодку? Мы не знаем, где ты. Мы думали, честно говоря, что ты вообще в другом конце карты. Так Маори не обосрался. Типа, ты справа в конце карты, мы можем Маори построить. Хз, у меня 110. Ну ты город же потерял вначале, блин. Это Маори, ребят, у него. Он после не строил. Кстати, казак. Казак. А почему, а? Какого черта опять пуш без тарана? Ну, это был пилотж пуш. Типа да. Там не было стены? Ну, там вообще не было стены. Я вообще, я запилоджил там 4 клетки.